Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами разбираем 36-й вариант, первые 5 заданий. Первые 5 заданий в данном варианте представлены электротарифы. Давайте приступим. В задачах такого типа главное правильно прочитать условия и вникнуть в него, и тогда вы с уверенностью справитесь с этим заданием. Давайте читать. В жилых домах установлены бытовые электросчетчики, которые фиксируют расход энергии в киловатт-часах. Учет расхода электроэнергии может быть однотарифным, давайте сразу выделим, двухтарифным и трехтарифным. При однотарифном учете стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии не меняется в течение суток. При двухтарифном и трехтарифном учете она различна в зависимости от времени суток. Сутки разбиты на периоды, называемые тарифными зонами. В таблице дана стоимость 1 кВт-часа электроэнергии в рублях в 2021 году. В квартире у Петра Сергеевича установлен трехтарифный счетчик. И в 2021 году Петр Сергеевич оплачивал электроэнергию по трехтарифному счетчику. На рисунке точками показан расход электроэнергии в квартире Петра Сергеевича по тарифным зонам за каждый месяц 2021 года. Для наглядности точки соединены линиями. Теперь давайте разберемся, о чем же мы с вами прочитали. Ну, то, что в каждом доме есть бытовые электросчетчики, я надеюсь, вы знаете. Эти бытовые электросчетчики фиксируют расход электроэнергии для того, чтобы мы могли потом в конце месяца оплатить пользование этой электроэнергией. Но счетчики, как написано в тексте, бывают трех видов: однотарифные, двухтарифные и трехтарифные. Давайте посмотрим в таблицу. Сначала посмотрим на однотарифный учет. То есть, если в квартире стоит однотарифный счетчик, независимо от того, какое время суток человек оплачивает одной и той же стоимостью, или это утро, или это вечер, или это ночь, все равно 1 кВт-час будет стоить 5,47 рублей в первом полугодии и 5,66 рублей во втором полугодии. Если у человека стоит двухтарифный счетчик, то что это значит? Смотрите, у двухтарифного счетчика есть две временные зоны. Первая зона с 23:00 до 7 утра, то есть с 11 вечера до 7 утра. Это ночной счетчик, ночная зона. И дневная зона с 7 утра до 23:00. То есть все то электричество, которое будет затрачено ночью, будет оплачиваться по цене 2 рубля 13 копеек. А вот все, что потратится днем, будет оплачиваться по цене 6 рублей 29 копеек. Это что касаемо двухтарифного счетчика. Ну а если у человека стоит трехтарифный счетчик, то логично у него будет весь день, сутки, да, сутки распределяться по трем зонам. Первая зона ночная, это с 23 до 7 утра. Потом две зоны остальные, смотрите, полупиковая. Она разбита тоже на два, видите, временных промежутка. А получается с 10 утра до 17 и с 21 до 23. И пиковая зона 7 утра 10.00 и 17.21. Пиковая зона это вот именно та зона, когда люди встают, собираются на работу, в детские сады, в школы. И как раз, когда приходят со школы, с детских садов, с работы, готовят там кушать, ужинают и так далее. Это пиковая зона. Ну и, соответственно, цена в каждой этой зоне будет разная. Это наша с вами таблица. То есть под таблицей тоже необходимо уметь все это определять. Давайте я оставлю выделенный учет однотарифный, двухтарифный и трехтарифный, чтобы мы могли потом ориентироваться. И все то же самое в графике. Смотрите, у нас график, ночная зона отмечается точечками, то есть вот здесь видно, что точки,
полупиковая зона отмечается сплошной линией, и пиковая зона будет отмечаться штрихами. То есть, что это значит? Смотрите, это 12 месяцев. То есть, вот у нас получается первый месяц, второй, третий, четвертый и так далее, 12. И мы можем понять, что в первом месяце у Петра Сергеевича в ночной зоне было затрачено 40 кВт-часов, в полупиковой зоне, смотрите, вот здесь у него киловатты-часы, если надо будет, мы потом посчитаем, и в пиковой зоне у него затрачено 50 кВт-часов. То есть каждый определенный месяц мы можем посмотреть, сколько было затрачено электроэнергии в различных зонах, ночная, полупиковая и пиковая. Ну, надеюсь, с текстом понятно. Теперь давайте разбираться непосредственно с самими заданиями. Для выполнения первого задания нам требуется только график. Давайте его прочитаем. Пользуясь рисунком, поставьте соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику расхода электроэнергии. И смотрите, у нас 4 периода. Февраль-март, потом период май-июнь, следующий период июль-август и последний период у нас октябрь-ноябрь. И надо для каждого этого периода подобрать характеристику. Там тоже представлено 4 характеристики. В какой-то максимально уменьшился расход в пиковой зоне, а дальше расход уменьшился во всех трех тарифных зонах, но больше всего в ночной зоне. Третья характеристика. Расход в пиковой и ночных зонах увеличивался одинаково, расход в полупиковой зоне уменьшился, а в пиковой и ночной увеличился. Для выполнения данного задания давайте эти периоды выделим на графике. То есть смотрите, что у нас есть. У нас есть февраль-март. Февраль – это второй месяц, март – это третий месяц. Значит, зона А, то есть период А у нас получается с вами вот этот интервал временной. Следующий у нас с вами май-июнь. Май – это пятый месяц, июнь – шестой месяц. Значит, выделяем эту зону, данный период. Потом у нас идет июль-август, июль – седьмой месяц, август – восьмой месяц. То есть вот эта временная зона. И осталось октябрь-ноябрь. Октябрь – 10 месяц, ноябрь – 11 месяц. Выделяем эту временную зону. То есть мы сейчас будем не на каждый месяц смотреть, а просто на эти временные зоны. На розовую, зеленую, синюю и желтую. И подбирать характеристику для каждой из этих зон. Что мы можем увидеть? Смотрите, вот, например, если мы посмотрим с вами на розовую зону, а это у нас с вами период А, то можно заметить, что в каждом, абсолютно в каждой зоне у нас идет уменьшение. А мы с вами читали, давайте посмотрим, вот вторая характеристика. Расход уменьшился во всех трех тарифных зонах, но больше всего в ночной. Ночная зона у нас точечками. И да, немного ниже у нас именно здесь расход. Значит, давайте пока предположим, если ничего не опровергнется, быстрее всего все-таки это второй вариант ответа. Значит, я вот здесь подпишу, что А это 2. А, Б, В и Г. Дальше смотрим на зеленую зону. Что у нас в зеленой зоне? В зеленой зоне, посмотрите, у нас идет увеличение в пиковой зоне и увеличение в ночной зоне. А вот в полупиковой идет уменьшение. Давайте посмотрим, в какой характеристике это. В четвертой читаем: расход в полупиковой зоне уменьшился, а в пиковой и ночной увеличился. Вот у нас с вами пиковая зона, ночная зона, идет увеличение, а в полупиковой пошло как раз уменьшение. Значит, для периода Б нам подходит четвертая характеристика. Давайте выберем.
Так, следующий период – это у нас с вами B, V и G. Давайте посмотрим. У нас осталось две характеристики. Вот в первой характеристике у нас написано: максимально уменьшился расход в пиковой зоне. Прям максимально уменьшился расход. И если мы посмотрим на вот эти два периода, то максимально, то есть пиковый период у нас с вами – это штриховой. Максимально уменьшается расход в периоде V, потому что в периоде B у нас наоборот – пиковая характеристика поднимается вверх. Значит, максимально уменьшился расход – это у нас с вами V. Ну и проверим, обязательно проверим последнюю характеристику. Вдруг мы все-таки где-то ошиблись, поэтому проверяем обязательно все. И третье. Расход в пиковой зоне и ночной увеличился одинаково. Давайте посмотрим. Вот у нас пиковая зона, вот ночная. Они у нас, смотрите, отрезки параллельны. И получается, что они одинаково увеличиваются. А вот полупиковая зона у нас пошла вниз. Но здесь, кстати, про полупиковую зону ничего и не написано. Но написано, что они у нас увеличились одинаково. Значит, тогда нам подходят варианты ответов. Второй, значит, B мы подобрали, у нас будет 4, V это 1 и G 3. Значит, в бланке ответов вы пишете 2, 4, 1, 3. Ну и перейдем к заданию второму. Для второго задания нам тоже потребуется только график. Нас спрашивают, в каком месяце 2021 года расход электроэнергии был наименьшим. Запишите в ответ расход электроэнергии в этом месяце. То есть, что это значит? Смотрите, у нас 12 месяцев, я выделю. И необходимо по графику определить, в каком месяце был наименьший расход, посчитать, сколько электроэнергии было затрачено человеком в этом наименьшем месяце и написать ответ. Можно, конечно, посчитать все 12 месяцев, но мы же понимаем, что там, где у нас пик, например, смотрите, в пиковой зоне, то есть прям максимально вот здесь вот высоко значение, то вряд ли здесь будет наименьший расход. Как и в 12 месяце. Посмотрите, в 12 месяце прям там все на максималке. Поэтому мы там, где много было затрачено, например, в пиковой зоне, мы уберем. Ну, так же, как и в любых других. Мы оставим только те, где поменьше. Значит, самое низкое у нас получается, ну, как самое низкое, пока ниже всего, это 7-я зона, 8-я зона, ну, наверное, 9-я, а остальные я уберу, потому что в 11-й там не такая большая разница, но если мы суммируем, быстрее всего будет много. И я предполагаю, что из этих трех зон у нас самая маленькая будет именно в 8-м месяце. Потому что давайте посмотрим. Здесь у нас с вами получается, давайте посчитаем, то есть возьмем август месяц. Август. Что у нас выходит? У нас выходит, что в августе это полупиковая. Давайте посчитаем цену деления. Посмотрите, вот здесь у нас помещается с вами 10 киловатт-час. Раз, два, три, четыре, пять. Разбито на 5 частей. Значит, каждая часть, если у нас 10, помещается 5 частей, значит, каждая часть содержит 10 деленное на 5, 2 киловатта. То есть здесь 2 киловатта, здесь 2 киловатта, здесь, здесь и здесь. Ну и так выше. Тогда получается в данном варианте, то есть вот в этой вот полупиковой зоне, у нас выходит 1, 2, 3, 4, 4 на 2, 18. То есть в августе полупиковая зона, это Т3, будет 18 киловатт-час. Дальше, Т2 и Т1 давайте посмотрим. Т2 у нас получается
если мы посмотрим на Т2, это ночная зона, это на 2 деления выше 20, то есть получается 22, и Т1, это пиковая зона, пиковая зона у нас с вами выходит вот здесь вот, и получается 32, то есть в пиковой зоне 32. Ну и тогда, если мы суммируем с вами все эти показатели, у нас получается 18 плюс 22 – 40, 40 плюс 32 – 72 кВт-час. Это мы посчитали с вами август месяц. Для успокоения себя можно посчитать, еще мы предположили два небольших месяца, это июль. Давайте также посчитаем Т1, Т2, Т3. Значит, получается Т3 у нас 16. Дальше Т2 20. И Т1 46. Ну, если мы все это сложим, у нас получается уже больше 72, потому что 40 плюс 20 плюс 10 уже 70, а у нас еще два раза шестерка, то есть это получается 82. Ну и остался у нас тогда месяц сентябрь, который мы тоже посчитаем, чтобы были уже уверены в своих данных. Значит, в сентябре у нас получается... Я уже просто выпишу сами числа, которые выходят. Это 26 плюс следующее 30 и следующее 40. И это будет 76. То есть тоже чуть больше, чем 72. Значит, самый маленький тариф у нас оказался в августе месяце. Но нас просят не месяц записать, а просят записать именно расход. Значит, в бланке мы запишем 72. То есть то, сколько у нас получилось в августе месяце. В третьем задании нас спрашивают, сколько рублей должен был бы заплатить Петр Сергеевич за электроэнергию, израсходованную в июне, если бы пользовался однотарифным учетом. Что значит однотарифный учет? А это значит, нету зон. То есть всю электроэнергию, которую он затратил бы в июне, это был бы однотарифный счетчик. Значит, что нам необходимо сделать? Нам необходимо посчитать, какое количество киловатт он затратил в июне. Июнь. Это шестой месяц. Смотрим. Раз, два и три. И здесь надо просто посчитать количество киловатт-часов. Значит, у нас раз деление. Смотрите, от 50 мы поднялись на 4. То есть выходит 54. Плюс. Дальше у нас выходит следующая зона. Тут даже не важно, какая это зона. Нас интересуют непосредственно киловатт-часы. Здесь получается 28. Плюс. И последняя зона, которую нам надо посчитать, это 20. Значит, еще плюс 20. 50, 20 и 20 – это будет 90. 4 плюс 8 – 12. Ну и 90 плюс 12 – 102 киловатт-час. Петр Сергеевич потратил в июне месяце. Смотрим дальше по таблице. Однотарифный учет. То есть, если бы у него стоял однотарифный счетчик, он платил бы либо 5,47, либо 5,66. Как определить? А для этого надо не забыть, что речь идет про июнь месяц. Июнь месяц, если мы разделим весь год на полугодие, то есть у нас 12 месяцев, с 1 по 6 месяц, это получается первое полугодие, а с 7 по 12 месяц, это второе полугодие. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это первое полугодие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это второе полугодие. Июнь месяц
четко попадает под конец первого полугодия. Значит, мы с вами смотрим стоимость 1 кВт-часа именно за первое полугодие. Ну и тогда что у нас получается? Наши 102 кВт-часа, которые посчитали, необходимо умножить на стоимость однотарифного учета в первом полугодии на 5,47. Ну, я наоборот, 5,47 умножу на 102. От перемены мест множителей произведение не меняется. 2 на 7 – 14, 2 на 4 – 8, 9, 10. На 0 не умножаем, смещаемся на одну цифру влево, и получается 7, 4, 5. Складываем. 4, 9, 7, 5 и 5. В обоих множителях у нас две цифры отделены запятой, значит, и здесь отделяем тоже две цифры запятой. И мы получили 557 рублей 94 копейки. Значит, в бланк ответов мы так и пишем 557,94. Причем абсолютно на каждый знак у вас выделяется одна клеточка. Запятую вы должны написать в отдельной клеточке. То есть вот каждый символ вы пишете в отдельном абсолютно месте. Ну и все, мы переходим к следующему заданию. Задание четвертое. На сколько процентов больше бы заплатил Петр Сергеевич за электроэнергию, израсходованную в марте, если бы пользовался двухтарифным учетом? Ответ необходимо округлить до десятых. Ну, смотрите, что необходимо делать. Не пугайтесь слова проценты, как некоторые пугаются. Нам необходимо просто изначально, пока вот на первом этапе, забыли про проценты, на первом этапе давайте просто посчитаем, сколько затрачено электроэнергии в марте, пока по счетчику Петра Сергеевича, то есть по его трехтарифному учету. Значит, у него по трехтарифному учету три зоны. Т1, Т2 и Т3. Давайте смотреть. Первая зона у нас с вами штриховая. Так, март месяц – это третий месяц. Мы смотрим на третий месяц. Вот у нас штриховая, и это 42. То есть по первой зоне было затрачено 42 кВт-часа. Следующая, Т2 зона, это ночная, это точечками, смотрим, 34, значит Т2, 34. Ну и Т3 получается, это у нас полупиковая зона, она у нас сплошной линией, давайте смотреть, это получается 48, значит здесь затрачено 48. Тогда давайте определим, какую сумму в марте месяце Петр Сергеевич заплатил. Чтобы нам определить, насколько одно больше другого, необходимо знать все эти суммы. Значит, мы сейчас считаем с вами первую сумму. Это трехтарифный счетчик. Смотрим, мы смотрим на трехтарифный учет. Ночная зона, март месяц. Это первое полугодие, значит, мы смотрим на вот эту стоимость. Что у нас выходит? Прям по порядку смотрим. Т1. Т1 – это пиковая зона, стоимость 6,57. То есть 42 мы должны умножить на 6,57. И мы определим, сколько необходимо заплатить именно затрату этих киловатт-часов. Дальше мы смотрим на Т2. Т2 получается, вот она стоимость, 2,13. То есть 2 рубля 13 копеек. 2,13. Ну и последняя у нас получается зона Т3. Это будет 5,47. Теперь, чтобы определить полную стоимость, которую заплатил Петр Сергеевич, необходимо посчитать эту каждую зону. Умножаем в столбик 6,57
умножить на 42. 14, 11, 13. 28, 22, 26. 4, 9, 5, 7, 2. Отделяем две цифры запятой. То есть за Т1 требуется заплатить 275,94 рубля. Считаем зону Т2. 213, то есть 2,13 умножаем на 34. 4 на 3 – 12. 5, 8, 9, 3, 6. Складываем 2, 14, 12, 7. И отделяем две цифры запятой. 72,42. Ну и последняя, третья зона. 5,47 мы умножаем на 48. 7 на 8 – 56, 8 на 4 – 32, 37, 8 на 5 – 40, 43, 4 на 7 – 28, 2 запоминаем, 4 на 4 – 16, 2 – 18, 4 на 5 – 20, 21. Складываем 6, 15, 12, 6 и 2. И отделяем две цифры запятой. Значит, у нас получается 262,56. Ну и теперь необходимо посчитать, а какую же сумму всего заплатит Петр Сергеевич за пользование электроэнергией в марте месяце. Значит, берем и складываем 275,94 плюс 72,42. Напоминаю, чтобы сложить дроби десятичные, мы каждый разряд пишем под разрядом, запятую под запятой и складываем. Значит, здесь получается 12, 19, 0, 7 плюс 3 раза 7 у нас получается 21, и 3 раза 2 это будет 6. И обязательно сносим запятую. То есть мы получили 610,92 рубля. 610,92. Это то, сколько заплатил Петр Сергеевич за свой трехтарифный счетчик. Но нас спрашивают, на сколько процентов он больше заплатил бы, если бы пользовался двухтарифным счетчиком. Что такое двухтарифный счетчик? Двухтарифный счетчик, смотрим внимательно, это только ночная зона и дневная зона. Значит, смотрите, ночная зона с 23.00 до 7, и у трехтарифного счетчика та же самая ночная зона с 23.00 до 7. И тогда получается, что вот эти две зоны входят в одну по двухтарифному учету. То есть полупиковая и пиковая у нас превращается просто в дневную зону. Тогда что выходит? Давайте запишем. Тогда получается, что у нас Т2 сохраняется. А это мы посчитали, Т2 у нас 34 кВт-часа. Только стоимость там другая, сейчас посмотрим. А вот дневная зона Т1, она состоит из двух. Смотрим, из каких двух. Т1 дневная зона будет состоять из полупиковой и пиковой. То есть из Т3 и Т1. Значит, нам необходимо Т3 и Т1 сложить. И мы узнаем вот эту вот дневную зону по двухтарифному учету. Значит, 42 плюс 48. Смотрим теперь по двухтарифному учету, сколько стоит ночная зона. 2 рубля 13 копеек. Дневная зона 6 рублей 29 копеек. Значит, необходимо Т2 умножить на 2,13, а вот эту сумму умножить на 6,29. Давайте умножим.
2,13 умножаем на 34. 4 на 3 – 12. 5, 8, 9, 3, 6. Значит, мы получаем 2, 14, 12, 7. 72,42. 72,42. Ну и 42 плюс 48 мы получаем 90. Значит, 6,29 умножаем на 90. 9 на 9 – 81. 9 на 12 – на 2 – 18. И 8 – 26. 9 на 6 – 54, 56. Не забываем опустить 0 и две цифры отделяем запятой. Значит, мы получили 566,1. 566,1. Теперь найдем сумму. 566,1 плюс 72,42. 2, 5, 8, 13, 6. 638,52. Осталось только найти, сколько процентов составляет стоимость по двухтарифному плану от трехтарифного учета. Трехтарифный у нас стопроцентный учет, да? Значит, смотрите, что мы делаем. Мы берем большее число, делим на меньшее число, то есть найдем вот это вот отношение и умножим на 100%. И мы определим, сколько процентов у нас будет именно двухтарифный от трехтарифного. Если мы трехтарифный берем за 100%, то это как раз пропорция нам даст возможность найти, сколько процентов, то есть чуть выше, на сколько процентов у нас будет выше стоимость именно по двухтарифному счетчику. Ну, что мы делаем? Ну, во-первых, 638 и здесь можно запятые убрать, да? Тогда, если мы убираем запятые, у нас выходит число 63852 умножить на 100, разделить на 61092. Но прежде чем делить, давайте сократим. На что можно сократить эти числа? 52 и 92 делится на 4, значит, можно разделить на 4 оба числа. Давайте сократим на 4. Значит, что у нас получается? 6 разделить на 4 по 1, 23 разделить на 4 по 5, 38 разделить на 4 по 9, 25 разделить на 4 по 6, и 12 разделить на 4 по 3. И точно так же разделим 61092. 6 разделить на 4 берем по 1, остается 2. 21 разделить на 4 по 5. 10 разделить на 4 по 2, остается 2. 29 разделить на 4 по 7. Ну и 12 разделить на 4 по 3. Теперь что еще можно сократить? Давайте сокращать до победного. Один, давайте проверим признак делимости, например, на 3 или на 9. Да? 1 плюс, то есть, напоминаю, признак делимости на 3. Это когда сумма цифр, из которой составлено число, делится на 3 или на 9. Значит, соответственно, и само число делится на 3 или на 9. Давайте складывать. 1 плюс 9 – 10. 15. 15 плюс 8 получается... 15 плюс 9, получается 24. 24 делится на 3, значит 15963 делится на 3. Смотрим на число в знаменателе. 1 плюс 5 – 6, 6 плюс 2 – 8, 7 плюс 3 – 10, 10 плюс 8 – 18. 18 тоже делится на 3. Значит, мы можем и это число, и это сократить на 3. Делим. 15 разделить на 3 по 5, 9 разделить на 3 – 3, 6 разделить на 3 – 2, 3 разделить на 3 – 1. Здесь получается 15 разделить на 3 – 5,
2 на 3 не делится 0, 27 разделить на 3 – 9, и 3 разделить на 3 – 1. Ну и уже довольно-таки более комфортно мы можем разделить эти числа. Давайте еще раз проверим. 8 – 11, 11 число у нас там не делится ни на 3, ни на 9, и здесь мы получаем 15. 15 можно сократить, конечно, на 3, но число вычислителей не делится на 3. Ну, здесь довольно-таки уже не так страшно разделить эти числа. Давайте сразу я запишу 2 нуля, добавлю 0,0, потому что нам необходимо будет округлять до десятых, поэтому сразу добавляйте 2 нуля, так будет проще, не ошибетесь. Значит, 532 100 делим на 5091. Отделяем 4 цифры. Здесь прекрасно берется по одному. 5, 0, 9, 1, 0. 12 минус 9, 3, 2. Сносим 0. Не делится, значит 0. Сносим следующий 0. 23 на 5 по 4. Получаем 4. 4 на 9, 36, 3 и 20. 10 минус 4, 6. 9 минус 6, 3. 9 минус 3, 6 и 2, так как занимали. Закончили делить целые, сносим 0. Мы будем делить до сотых, чтобы можно было округлить до, соответственно, до десятых. 26 мы берем по 5. Получается 5, 45, 4, 25. Отнимаем 10 минус 5, 5. 6 минус 5, 1. 13 минус 4, 9, и там занимали. То есть мы получили 9, 1, 5. Сносим следующий 0, и это число мы, соответственно, делим, и мы можем взять, то есть мы делим на 5091, и, естественно, мы берем по одному, потому что по 2 много. То есть здесь у нас получается 51 сотая. Ну и при округлении до десятых мы видим, что здесь единица, единица меньше, чем пятерка, значит мы округляем с недостатком. То есть у нас получается 104,5%. А так как мы взяли тариф, который именно от которого мы считали, то есть двухтарифный мы взяли с вами, соответственно, получается трехтарифный, точнее, мы взяли с вами за 100%. И тогда в разнице, то есть 100% мы брали, на 104% стоимость увеличилась с половиной. Ну и тогда в разнице получается 4,5. Ну и задание четвертое мы сделали. Осталось в данном блоке одно задание, пятое. Пятое задание. Соседи Николая Андреевича, семья Сидоровых, исходя из данных по расходу электроэнергии за 2021 год в своей квартире, рассчитали средний расход электроэнергии за месяц по тарифным зонам. Ночная зона – 18 кВт-час, полупиковая зона – 51 кВт-час и пиковая зона – 76 кВт-час. Давайте я это выделю, чтобы нам было сразу понятно, где мы берем эти данные. Сидоровы предполагают, что в 2022 году средний расход электроэнергии будет таким же. Исходя из этого, выберите наиболее выгодный вариант учета электроэнергии для семьи Сидоровых в 2022 году. Однотарифный, двухтарифный или трехтарифный. Считайте, что стоимость 1 кВт-час электроэнергии будет такой же, как во втором полугодии 2021 года. Оцените общие расходы Сидоровых на оплату электроэнергии в рублях за 2022 год по наиболее выгодному варианту учета, если средний расход электроэнергии действительно будет таким же. И нам надо выбрать из 6 вариантов ответов то, что нам подходит. Ну а чтобы выбрать, надо сравнить. Как сравниваем? Смотрите, необходимо рассмотреть все 3 тарифа. Начнем с однотарифного учета. Однотарифный. Так как в однотарифном учете нету никаких зон, поэтому все, что они там предполагали по ночной, полупиковой и пиковой, мы все суммируем. То есть в однотарифной зоне они бы потратили 18 плюс 51 и плюс 76. Смотрим мы с вами на второе полугодие. Во втором полугодии 1 кВт-час стоил 5 рублей 66 копеек.
то есть 5,66. Ну и сейчас посчитаем, сколько денег будет затрачено по однотарифному счетчику. Давайте складывать. 10, 50 и 70 – это получается 130. 8, 1 и 6 – это получается 15. 130 плюс 15 – это будет 145. Ну и 145 надо умножить на 5,66. Давайте умножать. 145 умножить на 5,66. 6 на 5 – 30. 6 на 4 – 24, 27, 8. Здесь я переписываю число, потому что опять на шестерку умножаем. 5 на 5 – 25. 5 на 4 – 20, 22. И 7. 0, 7. 8 плюс 7 – 15. 15 плюс 5 – 20. Здесь будет 12. И 8. И отделяем две цифры запятой. То есть у нас получается 820 рублей 70 копеек. Это мы посчитали, ну, самый быстрый однотарифный учет. Теперь переходим к двухтарифному. Двухтарифный. Но мы уже знаем с вами из предыдущих заданий, что ночная зона сохраняется. А вот две остальные мы суммируем. 51 плюс 76. Смотрим. А ночная зона стоит во втором полугодии 2 рубля 32 копейки. А здесь у нас получается дневная зона 6 рублей 51 копейка. Ну и осталось все это теперь перемножить. 2,32 умножаем на 18. 8 на 2 – 16, 25 – 18, 2 – 3 – 2, 6 – 7 – 1 – 4, отделяем две цифры запятой. То есть 41,76 рубля. Ну и теперь считаем вторую часть. 51 плюс 76. 50 плюс 70 – это будет 120. И еще 7 – 127. Значит, 127 надо умножить на 6,51. Умножаем. 127 на 6,51. 7, 2, 1. 5 на 7 – 35. 5 на 2 – 10, 13. И 6. 6 на 7 – 42. 6 на 2 – 12, 16. И 7. Складываем, получаем 7, 7. А здесь будет у нас 6, 12, 8 и две цифры запятой. То есть мы получили 826,77. Складываем теперь обе эти суммы, чтобы определить, сколько будет двухтарифный счетчик. 826,77 плюс 41,76. 7 плюс 6 – 13. 15, 8, 6 и 8. 868 рублей 53 копейки. Значит, я вот здесь вот напишу 868,53. Ну, по крайней мере, пока видно, что однотарифный счетчик выгоднее, чем двухтарифный в данном случае. Двигаемся дальше. Остался трехтарифный. Трехтарифный счетчик. Значит, у нас ночная зона 18 умножаем на 2,32. Давайте я сразу здесь уже буду умножать, чтобы можно было вытирать и писать. 2,32 умножаем на 18. 8 на 2 – 16. 25 – 18. И на единичку переписываем 2, 3, 2. 6, 7, 11. 4, отделяем две цифры запятой, 41,76. Теперь берем следующий тариф. Полупиковая 51. Умножить, смотрим, полупиковая это Т3 на 5,66. Умножаем.
5,66 умножаем на 51. Переписываем и умножаем на 5. 5 на 6 – 30. 5 на 6 – 30 и 3 – 33. 5 на 5 – 25 и 3 – 28. Будет 6, 6, 8, 8, 2. Отделяем две цифры запятой. 288,66. Ну и последняя у нас с вами пиковая зона осталась. Это 76. Пиковая зона умножается на 6,79. 6,79 умножаем на 76. 6 на 9 – 54. 6 на 7 – 42 и 5 – это будет 47. 6 на 6 – 36 и 4 – 40. 7 на 9 – 63. 3 пишем, 6 запоминаем. 7 на 7 – 49 и 6 – 55. И 7 на 6 – 42 и 5 – 47. 4, 0, 6, 11, 5 и 2 цифры запятой. 516,04. И складываем теперь все эти три суммы. Значит, у нас получается 288,66 плюс 516,04. Давайте последовательно, чтобы не ошибиться. 0, 7, 8 плюс 6, 14, 0, 8. И плюс еще 41,76. 6, 14, 6, 4, 8. То есть мы получили у трехтарифного 846,46 рублей. Значит, что выгодно получается? Из этих трех сумм, которые мы получили, однотарифный 820 рублей 70 копеек, двухтарифный 868,53 и трехтарифный 846,46. Если внимательно присмотреться, то из этих трех чисел наименьшее получается по однотарифному счетчику 820,7. Значит, что мы делаем? Мы 820,7 умножаем на 12. Зачем? А затем, что нас спрашивают, оцените общие расходы Сидоровых на оплату электроэнергии за 22 год. То есть мы нашли сейчас за один месяц, а нас спрашивают за весь год. Поэтому меньшую сумму, которую мы нашли, а это 820,7, мы должны умножить на 12 для того, чтобы определить, какую же сумму Сидоровы заплатят за весь 22 год. Умножаем 2 на 7 – 14, 4 – 16. Здесь мы получаем 7, 0, 2, 8 и складываем 4, 8, 4, 8. 9. Отделяем одну цифру запятой, и у нас получилась такая сумма 9848 рублей 40 копеек. 9848,4. Что делаем дальше? А дальше мы просто смотрим, в какой из интервалов по сумме подходит наше число. Менее 5000 нет, 9848 больше, чем 5000, но 9848 как раз находится в интервале от 5 до 10 тысяч рублей. Значит, в ответе у нас с вами получится двойка. Вот и все, мы закончили с вами первые 5 заданий 36 варианта. Он не такой сложный, кстати, вот эти 5 заданий не такие сложные, здесь нужно проявить просто внимательность. Ну, я с вами на сегодня прощаюсь, встретимся мы теперь на блоке алгебры. Давайте готовиться к экзамену вместе, до новых встреч, пока-пока!